Видео подготовлено сайтом онлайн gdz.net. Давайте выполним задание номер один на странице 107 учебника математики для 3 класса автора Маром. В составе решу задачи в одно действие, в вопросе которых были бы слова «сколько всего», «сколько в обеих», «сколько осталось», «насколько больше чем», «насколько меньше чем». Вставляем первую задачу с вопросом «сколько всего». У Маши было 10 конфет, а у Саши 5. Сколько всего конфет было у девочек? Чтобы узнать, сколько всего, нужно сложить. 10 плюс 5 равно 15. 15 конфет было у девочек. Записываем ответ и пишем 15 конфет. Следующая задача – сколько в обеих? В первой бочке было 20 литров воды, во второй – 40 литров. Сколько в обеих бочках воды? Чтобы узнать, сколько воды в обеих бочках, то есть сколько их всего, нужно сложить 20 плюс 40 равно 60 литров. 60 литров воды в обеих бочках. Записываем слово-ответ, ставим двоеточки и пишем 60 литров. Вопрос, сколько осталось? В бочке было 20 ведер воды, из нее взяли 8 ведер. Сколько ведер воды осталось? Чтобы узнать, сколько осталось, из 20 вычтем 8, получится 12. 12 ведер воды осталось. Записываем ответ и пишем 12 ведер. Следующий вопрос. На сколько больше, чем? У Пети было 40 рублей, а у Коли 15 рублей. На сколько рублей у Пети больше, чем у Коли? Чтобы узнать, на сколько больше или меньше, нужно из большего числа вычесть меньше. То есть из 40 вычитаем 15. 40 минус 10 равно 30. 30 минус 5 равно 25. На 25 рублей у Пети больше, чем у Коли. Записываем слово-ответ, ставим две точки, пишем на 25 рублей больше. Точка. И последняя задача. На сколько меньше, чем? У Пети было 40 рублей, а у Коли 15 рублей. На сколько рублей у Коли меньше, чем у Пети? Точно так же, как и в первой задаче, вспоминаем, чтобы узнать, насколько больше или меньше, это не имеет значения, нужно из большего числа вычесть меньшее. Из 40 вычитаем 15, получается 25 рублей. На 25 рублей у Коли меньше, чем у Пети. Записываем слово-ответ и пишем на 25 рублей меньше. Если вам понравилось видео, смотрите остальные решения на нашем сайте. Если у вас есть вопросы, то оставляйте свои комментарии под видео.